Вас приветствует Дорента. Сервис для тех, кто хочет взять чужой автомобиль на прокат или сдать свою машину в аренду. Приложение Дорента просто и удобно использовать. Скачиваем его. Открываем. Регистрируемся. И выбираем автомобиль. Для каждого автомобиля указаны все необходимые сведения и год выпуска, а также где его можно забрать. Выбрав автомобиль, указываем дату начала и конца аренды. Нажимаем на кнопку «Арендовать». И все! Идем забирать автомобиль.